вышли на нашу утреннюю прогулку и увидели уток. Это утки или гуси, не знаю. Внимательно мы за ними наблюдаем. Очень интересно. Очень интересно. Сидит уже минут 10 и наблюдает. Да видите, у нас же этот ветер был, ураган-то, все повалило. Вон там вся дорога заваленная. Все в деревьях. А это сидит. Наблюдай, наблюдай. Наблюдательница. Удивительно, они не боятся даже. Довольно-таки близко. Обычно они визжат, кричат и улетают. А тут не чувствуют опасности. Сидит. Изучает. Ну, подплывает даже к нам. Даже к нам подплывает. Смотри, какие смелые. Ума, это дичь. Слышишь, Ума, это дичь. Дичь. Все, надоело на дичь смотреть. Ладно, пойдем мы дальше. Поднялись тут на пригорок. Такой вид красивый. О, Рива. И Рива пришла. Рива. Hello. Ума, look who is here. Your friend. Подружка твоя пришла. Подружка. Yeah, beautiful, а? Эй! А? Yeah, I took her to a dog park. Yeah, it was nice. On woodland. Yeah, it's beautiful. I love it. Yeah, north. Yeah, you have to cross the railway. Oh. Сейчас Ума сковырнется вниз. В общем, такая у нас веселуха тут. Веселуха началась. They play very well. No, the day before. Ладно, пускай прыгают. Yeah, it was horrible. It was so cold at home. Дед наболтался. Сегодня он, кстати, был трезвый, как стекло. Поэтому нормально. Хорошо, собачки поиграли. Сейчас у нас будет Ума дрыхнуть. Мы уже давно гуляем. Наверное, 2 часа гуляли. Сначала, вон, видите, там, где ну, вот полоса, канал. Мы вдоль канала туда шли, до конца, где маяк. Потом на другую сторону пошли. Поэтому мы сегодня уже выполнили норму. Так что такая хорошая прогулка. На улице просто замечательно. Единственное сейчас, что придется всю ее, конечно, мыть. Все эти лапы, живот. Все грязное. Грязище. Такой вид. Открывается. Здесь красивый. Тут у нас небольшая смотровая площадочка есть. Гуси.
лебеди, где они там. О, на смотровую площадку пришла. Давай смотреть. А что ты мне всю скамейку заляпала? А что ты жрёшь? Палочку? Ну ладно, палочку можно. Ну вот, видите, канал вырытый. Смотрели, как-то показывали фотографию в Фейсбуке. У нас тут группа в нашей деревне. Как здесь проходил корабль. То есть вот там шлюз, вода опускалась. Ну, в общем, поднималась, опускалась. Короче, очень интересно. Смотришь, все-таки такое строительство мощное было проделано. Жалко, что это все в таком запустении. Все-таки историческое такое место здесь. Она уже устала у нас. Лежит, колючки выдергивает. В общем, прогулка у нас, конечно, удалась. И побегали, и поиграли, и по лесу побегали. В общем, супер получилось. Замечательно. Ну, всем вам желаем добра, весеннего настроения, бодрости. И всего хорошего. Пока-пока.